здесь были деревни, конечно, они были в таком немножко уже выморочном состоянии, но там жили люди, и здесь был прекрасный, вот отсюда начинаешься, потом да, в ту сторону, прекрасный яблоневый сад, бывший колхозный, наверное, но поскольку уже все колхозы к тому времени то ли разрушились, то ли приходили, перемещались в другое место, яблони еще лет 10 плодоносили, еще лет 10 были нормальные, такой хорошие яблоки. До сих пор у меня, вот, или мне кажется, есть какое-то такое ощущение дальности от центра и некой пригородности. Потому что я помню, где-то, когда сыну было лет, наверное, 6-7, я его повез в центр показать, как люди нормальные живут среди хорошей такой урбанистической застройки. Он походил полчаса и говорит, ой, говорит, поедем к нам, у нас, говорит, так хорошо, здесь, говорит, тесно и страшно, а там, говорит, все далеко видно. Пойдемте дальше. Значит, автобус здесь ходил раз в полчаса, и единственное средство сообщения был пустынный. Единственная проблема была в том, что вот, когда моя жена ездила на работу, она боялась выходить, потому что у подъезда паслись коровы. Она их дико боялась. То хочу показать вам кинотеатр «Витязь». По тем временам это был один из удаленных кинотеатров, где позволялось прокатывать фильмы, которые не показывались в центральных кинотеатрах. Посему зачастую сюда стягивались толпами интеллигенты и интеллектуалы. Сейчас мы приближаемся к самой значимой трассе Советского Союза. Шоссе Внуково на, может быть, и сейчас, но не так это ей выражено, к Внуковскому правительственному аэродрому, Внуково-2. Значит, по нему ездили, естественно, все гости зарубежные, все эти российские первые секретари, Гагарины, возвращаясь там из полетов. Посему это была такая знаковая зона. Этому месту посвящено, я вот вам прочту, одно из моих стихотворений, связанное именно с милиционером. Что-то милиции было полно, значит, звучит оно так. Когда здесь на посту стоит милиционер, ему до Внуково простор весь открывается. На запад и восток глядит милиционер, и пустота за ними открывается. И центр, где стоит милиционер, взгляд на него отсюда открывается. Отсюда виден милиционер, с востока виден милиционер, и с юга виден милиционер, и с моря виден милиционер, и с неба виден милиционер, из-под земли, да он и не скрывается. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было приятно прогуляться. Редко какая птица из вас долетит до сюда, чтобы прогуляться просто так. А так была причина посмотреть, походить. Приглашаю, район очень хороший, красивый.